На стадионе «Урожай» в поселке Томилино прошли соревнования мотогонщиков «Рождественский спидвей». В турнире приняли участие спортсмены из Люберец, Санкт-Петербурга и Республики Башкирия. Как прошли гонки, расскажет наш корреспондент. Главное отличие спидвея от классических мотогонок в трассе. Небольшой по длине трек в зимнем варианте представляет собой овал с ледяным покрытием. Гонщики проезжали по три круга в каждом заезде. В соревнованиях участвовали 8 спортсменов из разных городов. На данный момент сейчас пока очень сильно скользкий лед. Это сейчас уже вот еще несколько заездов пройдет, уже будет держать, скоростя будут еще быстрее. Это трековое направление, трековые гонки. Вы сами видите, да, встали 4 гонщика. Все на равных едут. Поворот один, то есть, ну, все стараются обогнать. В Люберцах такие соревнования проводят впервые. Все мотогонщики стартуют с одной и той же позиции и соревнуются, чтобы первыми пересечь финишную черту. Зрителям видно всю трассу спидвея и гонщика, который ведет. Объединились для того, чтобы показать и развлечь в Рождество, в новогодние каникулы наше население, наших любителей спорта. Я думаю, что это будет традиционные ежегодные соревнования на территории Люберец, которые будут собирать огромное количество болельщиков, участников. Даже сильные морозы не помешали зрителям поддержать спортсменов. Наблюдателей за соревнованиями собралось большое количество. А ведь это спорт настоящих мужчин, поэтому такие мероприятия, такие соревнования обязательно нужно проводить, потому что, вам посмотрите, полные трибуны. Это великолепный вид спорта, поэтому обязательно нужно продолжать развивать. Я думаю, все жители города, кроме вот жителей этих домов, поддержат это все дело. Соревнования прошли в рамках губернаторской программы «Зима в Подмосковье». Для победителя подготовили главный приз – денежный сертификат. Давай, давай! Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.